верующий со своей совестью. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи Искренность является стержнем веры. Без искренности верующий не может открыть своего сердца для Творца и не может открыть свое сердце для других людей. Поэтому искренность в вере, она является основным стержнем. Потому что если человек не искренний, то он уже лицемерен. Человек, верующий истинно, он со всей душой, со всей правдивостью открывает свое сердце для веры. Он становится богобоязненным. В Куране Аллах говорит, описывает человека в целом. Говорит, «Лякад халякналь инсана филь «Поистине мы создали человека в суете». То есть человек забывает. И именно человек когда ищет искренность, он проявляет свою искренность в сердце и в поклонении. Потому что есть хадис, где наш пророк, салалаху алейхи вассалям, сказал, «Аддину насыха, каля лиман, каля лилляхи, вали китабихи, вали расулихи, вали аимматиль муслимин ва аматихим. Поистине религия есть искренность. Искреннее проявление искренности, во-первых, в книге Аллаха, к Его пророку искренность. Проявление искренности к, к мусульманам, к имамам. Проявление искренности ко всем мусульманам. То есть без искренности это уже не религия, а лицемерие. Поэтому искренность должна быть основным стержнем. Ведь есть Хадис где наш пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля ю'мину ахадукум, хатта юхейбу ли ахихи ма Не уверует из вас поистине никто до тех пор, пока не пожелает своему ближнему того, что желает себе. То есть вот это и есть проявление искренности. Когда мы искренне перед Аллахом, то мы искренне перед другими людьми. Потому что наша вера, не позволяет нам обманывать окружающих. Наша вера, богобоязненность не позволяет нам обманывать и вводить в заблуждение других людей, своих братьев и сестер. Искренность является очень важным условием. Правдивость — это одно из качеств действительно эм, искренности. То есть искренность и правдивость — они равнозначны и одно дополняет другого. То есть одно не может быть без другого. Что такое правдивость? В Куране Аллах Субхану говорит, «Я айюхаллядина аману куну ма да? «О те, которые уверовали, будьте с правдивцами». Посмотрите, в аяте не сказано, «О те, которые уверовали, будьте с мусульманами, с христианами и так далее». Там говорится, «Будьте с правдивцами». Правдивцы бывают в разных национальностях, правдивцы бывают в разных религиях даже. Мы иногда видим: некоторые удивляются, говорят: вроде бы не мусульманин или намаз не читает, а говорит правду, не врет, не обманывает, помогает близкому, искренне очень такой человек, порядочный. Это и есть правдивцы. Потому что правдивцы это очень важная черта веры, имана в искренности. Если человек искренен, он должен быть правдивцем. Наш пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна сытка ягди иль альбир. Поистине правдивость ведет к добру, творению добра. ва инна ягди иль альджанна", Поистине творение благого добра ведет в рай. Есть хадис нашего пророка, саллаху алейхи вассалям, который говорит, аль-айятуль мунафику саляса. Три признака лицемерия. И да хадаса казаб Если говорит, обманывает всегда. Ва ваада ахляфа. И когда обещает, не выполняет. Ва и утуми на хан. И когда берет долг, не возвращает. То есть это Признаки лицемерия, которых надо избегать. Конечно, сегодня много среди наших братьев, сестер, те, которые говорят, но не всегда говорят правду, которые обещают и часто не выполняют обещания. Это не значит, что они лицемеры, нет. Это говорит о том, что наш иман слабый, что мы должны стараться избегать этих признаков, потому что эти признаки, принадлежат именно лицемерию. Мы должны стараться дистанцироваться от них. С вами был Хадыр Маликов.